я бы сказал, не просто нужно, а у каждого депутата есть обязанность это сделать. И мало того, каждому депутату, каждый житель на основании так называемого социального договора это обязал сделать, сделав свой выбор один раз в 4 года. Поэтому многие депутаты, возможно, это забывают, но мы об этом помним и делаем это каждый день.